первом квартале следующего года автопарк республиканской столицы пополнится новым общественным транспортом. 20 комфортабельных автобусов «Вектор Next» будут обслуживать внутригородские рейсы в Черкесске и изменят представление пассажиров о комфорте и безопасности перевозки. Подробности у Али Баташева. Каждая рабочая смена автослесаря Азамата Черкесова – это плановое обслуживание автотранспорта и устранение поломок разной сложности. Автопарк Черкесска на базе АТП номер 2 включает 35 автобусов, которые распределены по 38 маршрутам внутри республиканской столицы. Техника старая, автопарк не обновлялся 12 лет, поэтому простаивать автослесарю практически не приходится. Сыпется старое все. Маршруты срываем, люди звонят, жалуются. Одно делаем, другое строя выходит. А наиболее частые причины поломок какие? Она морально устарела уже, техника. Уже индивидуально невозможно выявить. То это, везде все слабо. Усталость металла, видимо, какая-то происходит. Мы последний раз вообще это предприятие получало автобусы. 25-26 лет назад, ну, почему-то это были однодверные пазики, еще с не очень, ну, там, скажем, удачной тормозной системой. Потом 12 лет назад дали 10 пазиков обычных, которые уже, не знаю, лет 70, наверное, их делают с фанерным полом. Единственное, чуть-чуть перелицовывают, это называется новая модель. И 3 ляза. Лязы у нас тоже прошли уже под миллион каждый из них. На смену старым автобусам скоро придут новые марки «Вектор Next». Модификация, доступная среда, широкий дверной проем позволят сделать поездку комфортной для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками. Пассажирский автобус рассчитан на 52 места, работают на дизельном топливе класса Евро-5 и обладают рядом других преимуществ. Оснащение. Там идет и тахограф, там идет и ГЛОНАСС, и GPS, и камерой, и записывающее устройство. Это все по транспортной безопасности. Это все идет уже с завода в комплекте. Также идет оригинальный фирменный цвет. Один из цветов, который утвердила сейчас мэрия. Синий металлик. Очень красивый цвет. При тонированных стеклах это вообще там вид у него, конечно, бесподобно получается. Я тоже сейчас, например, с линии заехал. Я сейчас на линии работаю. Рельсы пропустил. Вот ремонтируем. Как можем, стараемся. Вот просто чисто вот из-за того, что они уже вот устарели, блин, часто ломаются. Больше никаких проблем. А теперь нам обещают какие-то новые автобусы. Вот ждем новых автобусов. Как новые автобусы приедут, всех и туда, и домой отвезем, и на работу все будут успевать. И мы будем довольны, люди, пассажиры будут довольны. Ждать Кемалу Аджиеву и его коллегам осталось недолго. 20 автобусов «Вектор Next», сошедших с заводского конвейера, поступят в Черкесск уже в конце января следующего года. Али Баташев, Максим Долгов, «Вести Карачаева-Черкесия».